после длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении последних 2 лет, принято принципиальное решение о том, что в ближайшее будущее пройдет объединение 3 политических партий. Все они имеют право на участие в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Это партия «Справедливая Россия», это партия «Патриоты России» и партия Захара Прилепина «За правду». Сегодня, кстати, в «Комсомольской правде» вышла замечательная статья Захара Прилепина, где он как раз призывает все левые патриотические силы к объединению. И такое объединение, безусловно, необходимо в нашей стране. И я хочу сказать самое главное. Конечно, мы объединяемся, в том числе рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех левых патриотических сил в преддверии выборов в Государственную Думу, но не это главное. Главное – изменение всего хода истории в нашей стране.